4 декабря отмечается особенный праздник – День заказов подарков и написания писем Деду Морозу. Праздник для всех, кто не утратил веры в чудеса и исполнение желаний. В этот день почтамты многих стран мира начинают предоставлять необычную услугу – отправку писем Деду Морозу. В воздухе витает атмосфера чуда, кругом идет подготовка к торжеству, на улицах загораются разноцветные огни и устанавливаются наряженные ели, а предвкушение подарков и сюрпризов только нарастает. Каждый год, согласно статистике, Дед Мороз получает несколько миллионов бумажных писем и сообщений на электронную почту от ребятишек со всей России и стран СНГ. Кстати, в резиденции Деда Мороза, который расположен в Великом Устюге, есть даже отдельное здание для хранения пришедших писем. Вне зависимости от того, кто и когда написал письмо, Дедушка Мороз ко всем посланиям относится очень внимательно. Сказочная почта отвечает на все письма. Главное, чтобы был указан точный обратный адрес. Для детей Дед Мороз – это сказка, которая становится реальностью. Как утверждают психологи, чем дольше маленький человек будет верить в Деда Мороза, тем лучше. Так в подсознании формируется твердая уверенность – чудеса возможны. Во взрослой жизни вера в чудо – один из очень важных защитных механизмов психики человека. К тому же люди, верящие в чудеса, вырастают общительными, открытыми и уверенными в себе. Если малыш еще не умеет писать, можно сделать аппликацию или рисунок. И пусть ребенок своей рукой вложит письмо в конверт и бросит его в почтовый ящик.